На берегу Свияги в конце улицы Шевченко слышен звук строительной техники. До завершения еще далеко, но работы по строительству моста идут полным ходом. Благодаря ему планируется разгрузить улицу Минаева и Минаевский мост, а также соединить Засвияжский и Ленинский районы. Ход строительства лично приехал проконтролировать губернатор Ульяновской области Алексей Русских. И наши с вами земляки должны видеть реальные результаты больших трат. Дорожная работа всегда была и остается одним из главных маркеров успешной работы органов власти. Поэтому права на ошибку у нас с вами нет. Нет права на затягивание сроков по ремонту и строительству. На данном этапе проводятся параллельные работы по установке 4 опор со стороны улицы Шевченко. Сложности с рабочими, материалами, техникой на строительной площадке не возникает. На сегодняшний день параллельно возводим 4 опоры. 1, 2, 3, 4. Работаем 2 смены. Всего 8 опор. В этом году мы планируем все 8 опор по 100% возвести. Закончить строительство планируют в ноябре 2023 года. В настоящее время работы ведутся с опережением, и, возможно, первые машины по мосту поедут уже летом того же года. Строят переправу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ирина Антонова, Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.